Всем доброе утро. Ты что, творог кушаешь? Ха. Начинаем делать завтрак. Творожок. Самоедики на месте. Котеночек Ориентальчик у нас арестованный сидит, потому что хулиганичает. Так что он сидит у нас там. Привет, Санечка. Доброе утро. Вот он у нас сидит. Да. Потому что он так хулиганичает. Вообще залезает, куда ему нельзя. Так что он у нас пока здесь. Я сделала, значит, творог, два яйца, немного ореховой муки кокосовой и кешью, стевия, соль, разрыхлитель. Получилось тесто. Тесто по консистенции сейчас покажу. Вот такое вот. Ну, такое слегка тягучее. Не знаю, останется рисунок или нет. Я еще экспериментирую. Вот. Но мне это и не важно. Мне просто нужно сделать печенье. Я отсаживаю все в обычный кондитерский мешок. Вот с такой вот насадкой. Просто выдавливаю. Можно раскладывать ложкой, но это для меня дольше. Вот такое вышло печенье. Отправляем в духовку. Итак, у меня с вечера осталось мясо. Я сейчас сюда добавила немного готовых овощей. И у меня уже нарезанные лавашики обычные, вот такими вот полосочками. Я из них сейчас буду делать треугольнички и обжаривать. Получается вот такие треугольнички внутри. Вот с этим вот мясом и овощами. Кладутся овощи на полосочку. И вот так вот сейчас попробую одной рукой. Вот так. Конвертики готовы, сейчас мы их будем обжаривать. Так, и у нас тем временем готовы. Сейчас открою, подождите. Красавчики. Полоски мы опять потеряли. Надо. Все никак не могу этой кешью муки вымерить. Надо посмотреть будет. Сегодня, наверное, самый будет супер быстрый завтрак, который вы у меня увидите. Обычный лиезон. Обваливаем каждый конвертик. Обжариваем с маслом. Вот такие красавцы выходят. Все, завтрак у нас готов. Хлопья, творожок, орешки, рубленые сосиски. Треугольнички. У нас разные, видимо, понятия по поводу подгоревшего. Для нас не является подгоревшим ни сосиски, ни омлетик. Поэтому как бы для нас это норма. Вот, мы любим поджаренное. И этот, что это у меня? Печеньки творожные в кето-варианте. Кушай давай. Всем приятного аппетита. Спасибо. Сейчас мечом тебя. И это, ребята, конец сентября. Вот она, южная жизнь, о которой я так мечтала. Показывает. Показывает.
В этом году деревья не выдерживают никакие. Очень много плодов. Вон тут груши. Ну вот, если вот даже размером, вот моя рука. Вот, смотри. Такая вот большая. Все веточки согнуты.